Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня мы будем строить мультиплицу Уральская VIP шириной 3,65 на 10 метров. Там тоже с копейками. Размер нестандартный, потому что фундамент нестандартный по размеру. Так что приехали, разложились, начинаем работать. Каркас у нас готов практически, осталось прикрутить пару связей. Так мы его поставили, выровняли, закрепили бетону с помощью анкеров. Сейчас поставим отливы, верхний конек, прогоны и будем подготавливать все к тому, чтобы ее покрыть. Сегодня будем делать всю мелочевку. Завтра, наверное, будет основное покрытие. Ну, посмотрим, как пойдет. Накинули мы 4 листа. Крайне торцевые, чтобы теплица у нас выровнялась, зафиксировалась. И завтра начнем крутить уже остальные 6 листов покрытия. Останутся у нас потом двери и форточные блоки. Теплица будет готова. А на сегодня все. Всем еще раз привет, у нас второй день работ, строим теплицу Уральская VIP. Накинулись листы поликарбоната, зафиксировали их, сейчас будем делать конек, форточные блоки, двери, еще есть работа, пока работаем. Мы полностью прокрутили, установили форточные блоки. Осталось поставить пластиковые двери и все, теплица будет готова. Мы закончили строительство теплицы Уральская VIP шириной нестандартный, 3,7 почти метра, длина 10 с небольшим. Теплица у нас сделана под 10 поликарбонат, плотность у нее 0,8, толщина 10 миллиметров. Стоят пластиковые двери с поворотно-откидным механизмом. Нарушил кто-то. Я, наверное, то есть вот закрытое положение. Все, ставим на проветривание. И обратно открыли. Зафиксировали крючком. Каркас теплицы сделан с профильной трубой 20 на 40. Основная арка, подпирающая 20 на 20, арки в виде ферм. Покрашено все полимерно порошковым способом. Стоит у нас конструкция на бетоне. Закреплена с помощью анкеров. Основание, скажем так, немножко неровное было, мы выравнивали его, поэтому по низу щелки, там уж будет избавляться от этих щелок. Есть у нас перегородка,
теплицу на, грубо говоря, 4-6-метровую секцию, перегородка, установлена распашная дверь с поликарбонатом. Также зафиксировано на крючках. Створка. Раз одну. Закрыли. Вторая. За нее зацепилась. Все закрыто в положении. Вот такая громадная получилась теплица. Вроде основание небольшое оказалось, а теплица очень даже высокая. Грубо говоря, 3 метра в коньке она у нас вышла. Высота стенки примерно 2 метра. Также в теплице у нас имеется 3 форточных блока. Один в маленьком отсеке. И 2 в большом отсеке. Оснащены системой термоприводов. Поликарбонат по всему периметру имеет защиту СОД в виде торцевого профиля, который работает совместно с перфолентой. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!